Фестиваль КИТ уже не первый раз. Это просто какой-то праздник души, вдохновения. Фестиваль КИТ расширяет свои границы. Я уже заседала, так скажем, в жюри не только в своем родном городе, но и за пределами его. И тоже везде свои таланты, везде свои... Ну, в общем, я так поняла, что у нас в России, в принципе, народ очень одухотворен, и очень такая в меня вселилась надежда, что наш социум, так скажем, ну, наш народ, теплее такое слово, все-таки живет не одними материальными благами, а именно духовным. Что-то как-то изыскивают, как сегодня порадовал поселок Монетный, какие костюмы, какие девочки, какой репертуар, какие сцен-движения, какие номера, просто вот, казалось бы, из поселка. Уровень столичный. Вполне. Так что фестиваль КИТ для меня это всегда праздник и какая-то надежда на то, что все у нас хорошо оказывается. Организация прекрасна. Организация на пятерку с плюсом из раза в раз, из фестиваля в фестиваль. Все четко, сработано. Я думаю, что участники со мной согласятся и отзывы в интернете тоже положительные. Вполне. Я, кстати, хотела отметить, да, что сегодня немножко, так скажем, сужена тематика, ну, то есть обусловлена, да, именно вот патриотикой. Я вполне согласна с такой формулировкой. Это предложил Николай Николаевич Головин, насколько я знаю такую формулировку. И очень правильно. С наступающим Новым годом, конечно же, здоровье. Здоровье самое главное. Как я все время говорю своей дочке, говорю, доченька, самое главное быть здоровенькой, доброй и умной девочкой. Это и будет счастье, чего я всем желаю.